Привет, я Эрик Шоков, и сегодня мы сыграем на конфиге про игрока. Я бы сказал, что это звучит как-то как 2019 год, 2018, но я бы не записывал бы этот ролик, если бы конфиг джема не был бы настолько уникальным. Если что, я всю жизнь играл на... На самом-то деле, я раньше играл на стрелочках. Гоночки всякие, да и... Да я в детстве играл на стрелочках. Дальше я перешел на ВСД. Играю до сих пор на этих кнопках. Но есть уникальные люди. К примеру, как Джами Али, которые играют на РДФГ. Если что, это меняет понимание того, что ты вообще делаешь, максимально. У меня моментами пропадало ощущение того, что я играю на клавиатуре. Сегодня, благодаря клавиатуре, я буду играть хуже. Куда еще хуже, вы меня спросите? А сейчас я вам покажу. Чтобы было бы еще интереснее, я позову Фандера, чтобы сравнивать наши результаты. Желаю всем приятного аппетита. Ролик будет недолгим после интервью с Джеймом, который 50 минут длится. Я думаю, что это будет прям конфеточка. Если кто не смотрел интервью с Джеймом, посмотрите его обязательно, оно у тебя в подсказке. Буду очень рад, если этот ролик наберет 20 тысяч лайков. Поэтому, если тебе понравится, пожалуйста, не забудь это сделать. Мы полетели. Прямо сейчас мы на Собишоке, режим Duels, первый сервер. Это Only Mirage. Я сейчас вместе с Джеймом. И мы попробуем поиграть вместе. Что для этого нужно? Вам нужно прописать Duels, вызов на дуэль. Выбираете игрока и выбираете то, что вы хотите. К примеру, только ВП, только пистолеты и все оружие. Я выберу, наверное, все оружие. Выбираю количество раундов. Давайте сыграем до 30 выигранных. И все. Сейчас Джейм принимает приглашение. Игра начинается. И как раз таки, что было бы интереснее мне, я и так его выиграю, Джейм, все-таки. Я буду играть на конфиге Джейма. Кстати, с Джеймом я уже играл. Да, это закончилось печально. Это закончилось печально для меня, да. Так, я ставлю конфиг Джейма. О! Все по-другому стало, просто все по-другому. Все, ребят, игра начинается. На самом-то деле, я думал, будет сложнее привыкнуть. Правда. Очень комфортно играть. Да и прицел у тебя хороший. Не, у тебя хороший конфиг. Это как будто ты не в эту игру играешь. Очень классно, мне нравится. Вот именно сбить обстановку, поменять ее. Интересно. Слушай, у меня голова забита тут тем, куда я вообще нажимаю. Это оправдание все же. Так, хорошо, я ставлю свой конфиг. Я тебя сейчас уничтожу, бро. Все, погнали, давай, я тебя уничтожаю. Чего? Не батишься, что ли? Я не батишь, не. Вот так вот. Завадился. А ты? Я не бачусь, бро. Ой, ну тут напряг. Вот так. Ты думаешь, я это ставлю? Ты это вставишь, да? Чувак, ну нормально игра дуэль была. Да, только с учетом того, что мне звонит курьер постоянно. Ну это ничего страшного, это ничего страшного, Жестко. Я думаю, что мне надо сменить прицел. Небольшая рекламная пауза, я сейчас по $300 разменяю скины. И попробую сделать из $90 150, либо 130, либо 140. Поэтому я сейчас ставлю каждый скин на каждый режим CSFL и посмотрим, что из этого получится. $30 краша ставлю на 2. Джекпот ставлю один скин. И Вилли ставлю на x2. Ах, не успел, черт. Первая ставка. $29 у нас зашла. Зашла, реально зашла. О, еще что, еще зашло, что джекпот я выиграл. Да, я выиграл джекпот с шансом 80%. И в колесе я бы поставил. Я бы проиграл бы, кстати. Я поставил $59 на x2. Да, чуваки, только что я сделал $170 из 90. И этот ножик я забираю прямо сейчас. Пока забирается ножик, я немного раздарю промокодики. 350 активации, промокод Cyber. Используйте, 350 человек могут активировать и получить 25% себе на баланс. Авторизуйтесь на сайте и зайдите в бонусы. Вот здесь это вводится. О, а еще и пришел трейд. Просто гениально? Гениально. Ссылка в описании. Enabled, надо нас, наших размыть. Ай, меня выкинуло. Да ёпрсте. Ой, тупая. Вот как... Как вы играете в матчмейкинг? Это вообще что? Почему это должно происходить? Так. Ребят, мы начинаем играть.
Так, смотри, я все, что делаю, это нажимаю сейчас на ВСД. Так. Так, я все. Тоже, кстати, да-да-да. По привычке. Так. Е, смотри, Е это Q. Е это афиг. Так, ладно. А как сесть? На Z. Сесть на Z. Вот на... Z, чувак, гениально. Просто гениально. А Shift? Пробел. Пробел. Из-за того, что Z так близко к тебе, ты будешь очень часто... Оу! Ты будешь очень часто приседать, и это поможет тебе пристреливать кого-то. Да, ну все, хорошо. А перезаряжаться как? Подожди. Т. На Т. Так, так. Хай кинул. А, ну конечно. Это просто легендарный конфиг. Не, чувак, это очень круто выглядит. А, нет, дефолт. Убил дефолт. Убил еще. Хорош, как ты так делаешь? Блин, из-за того, что у меня блокбары, у меня такое ощущение, что я не весь CSGO вижу. Чувак! Я так аккуратно начал играть после кофе. Сейчас еще славить заставлю себя. Я чувствую себя вообще, как будто у меня клавиатуры нет. Ковра. Ковра убил. Убил ковра. Убил еще. Так, это эйс. Это эйс. Я лечу за эйс. Господи, я раньше так играл. И это было просто прекрасно. Флешка убил дракон. Шорт. О, я окно убил. Я убил окно, бро. Не, чувак, я кайфую пока что. Слушай, мне нравится тоже. Джеки, привет. Это вообще легендарный конфиг. Ям упор хорош. Салам алейкум, а это Эрик Шоков. Прикрыл. Я убил под окном. Блин, так мог перевестись. Блин. Что? Вот сейчас я хочу пройти, получается, немножечко на шифте, а потом присесть. Так, я хочу пройти. Я хочу сесть и убить сейчас. Бро, хаешку даю. Ай, блядь. Убил его. Вау, гениальный игрок какой. Слушай, ну скажу так. Играбельно. Честно, я ожидал, что мы будем тупить как максимально, а это еще играбельно. Это еще играбельно, да, да. Я что-то это... Ай, как это, я как бот не могу спуститься, я просто в решетку не могу спуститься, я ударяюсь в стену. Бил ковры. Я через тебя попомню. Я врезался, я не понимаю, как это. Чувак, из-за того, что я не знал, как спуститься, меня убили. Уф. Ой-ой-ой, бро. Этот тебе не фейсит. 4000. Давай, брат, покажи уровень. Хорош, все, мы проиграли. Ой-ой-ой. Ну, это экс... И за белым. Уф. Уф. Я не видел, но я переключился. Там его, походу. Да, видос. Шокич. Надеюсь, не разгорится. Да. Убил одно. Хорош. Убил одно. А, я слышал вас, Форест. Ой, блядь, Форест. Это Эдвард. Как он долго инфуэск говорил. Ай-яй-яй. Бро, я не понял инфу сразу, блин. Да-да-да-да. Бомба у меня. А. На форесте. Ладно, такой не выигрывается, забей. Ну да. Прошлый надо было выигрывать. 48 да, фрагов. Фандер, тебе вообще без разницы, на каком конфиге играть. Мне понравилось. Достойно, достойно. А потом хочешь аимку попробуем с тобой? Давай. Давай прямо сейчас. Давай, создаю, давай. Создаю. Давай. Заходи. Жестко ты ставишь. Ну, ты заметил, что Джека очень грамотно двигается? То есть у него постоянно стрейфы вот влево-вправо, вот он любит вот постоянно двигаться, двигаться. Постоянно. Хорош. Не, чувак, я путаюсь.
да? Ну да, я же сейчас в коробке смотрю. Давай сыграем без этих конфиков в аимку. Давай, давай, давай. Ну сейчас же доиграем, да? Да, доиграем. Так, 16-9 ты сыграл, выиграл меня, получается, на конфиге Джейма. А сейчас да. На наших конфигах. Так, ничего себе, там голова меньше. Ой-ой-ой. Ну ты так препнул, что я вообще потерялся на карте. Это так некрасиво. Хорош, брат. Хорош. Ну, что могу сказать? Победила дружба. А тут не допов? А, есть допы. Уже не дружба, да? Все, уже. Уже поссорились, проверяем. Ой-ой-ой, перевелся так же. Ой, как же приятно на ВСД двигаться, вот. А ты прикинь, раньше же все играли вот так вот с полосочками по бокам. Абсолютно все. Ну а на наших конфигах Фандер забрал 17-19. Ну, это 4 КЛ, это вообще гений этой игры. Ну, кстати, вот то, что я у него забрал 17 раундов, это еще раз объясняет то, что играть хорошо на имках и играть хорошо в катках — это совсем разные вещи, это разные движения. Поэтому неудивительно, что так получается и что получается у меня в катках. Да плюс, бро, ты вообще сейчас мало играешь в КС, так что это вообще, типа, хороший результат очень. Спасибо. Ну, я как-то уже от лан-тематики, не знаю, отошел. Хотя на ланчик я бы съездил. Блин, я бы хотел с тобой на лан-турнир. Вообще очень хочу съездить с тобой на лан. Да, так. Вообще крутяк. Давай как-то... Хорошо, давай, давай, хорошо. Я, давай, хорошо. Ребят, прямо сейчас мы забились с Фандером на лан-турнир. Я тебе говорю дату, и мы едем, хорошо? Сейчас тебе скажу дату. Короче, либо он будет либо 31-го, либо 7-го. Готов? Давай на 7-е. Все. А это в Питере будет. Да. Там система работает, 2 человека в команде, остальные попадают случайно в команду. Можете 3-го попасть, можете 10-го. Рандом. Ага, микс называется, ага, да. Микс тоже. Ну, 2 игрока могут играть и в команде. Так, я сыграл только что DS матч, 91 фраг, КД 1.24 на конфиге мистера Джейма. В целом, я доволен. На самом-то деле, эта идея не самая плохая. Но тут дело в том, что ты будешь привыкать очень долго. То есть, это не поменять сенсу на мышке, не поменять мышку, не поменять клавиатуру. Это поменять полностью твое мышление. Потому что как только ты садишься за эту клавиатуру, где RTFG вместо VSD, ты все равно будешь тыкать на эти VSD. Это мозг человека, это привычка, совсем скоро она пропадает. Поэтому тут уже дело в том, что насколько долго она у вас пропадает. Играть или нет, я думаю, что стоит попробовать кому-то. Может быть, вам зайдет. Сначала порофлите, поиграйте с друзьями, ну а потом задумайтесь, может быть, в этом что-то есть. С тобой был я, Эрик Шоков. На меня ссылочки есть в описании. На Фандера Twitch также в описании. Спасибо большое всем. И не забудьте подписаться на этот канал, чтобы не пропускать новые ролики. Пока.